Сейчас как раз опоздала выйти на эфир. У меня приехали в Екатеринбург. Вот, и дети у бабушки и у папы остались. И младший заболел, 3 под 40 температура. Ну, сейчас как раз с ним разговаривала, поэтому вот задержалась немножко на эфир, планировала пораньше выйти. Вот. И, конечно же, поймала себя на мысли, что когда мне написали, что температура у ребенка, я поймала на себя на мысли, что, сейчас бы что-нибудь съесть. Съесть не потому, что хочется, не потому, что хочет физическое тело, да, а потому что начали мысли одолевать, что вот через 2 дня билеты, нам нужно вылетать, у нас там дела, там животные, там какие-то обязательства. Здесь вся программа, насколько она возможна, выполнена. Здесь же вообще QR-коды и все, вообще никуда не сходить, не съездить. То есть, максимум, я думаю, что надеюсь, что завтра с ребятами нормально встретимся. Вживую будет у нас встреча, вот, а потом уже как, непонятно, потом уже просто вот сижу дома и вот все, что есть по работе, работаю дома, вот, и отследила такое состояние, что вот это вот состояние, оно нервозности, и захотелось есть, и причем захотелось есть не, я четко понимаю, что не телу, то есть есть и пить я не хочу. У меня нет этого желания уже давным-давно. И начала думать, почему хочется есть и пить. И первое, что ко мне пришло, когда я думаю, надо посмотреть, почему хочется есть и пить. Первое, что пришло, что я не хочу смотреть, почему хочется есть и пить. Вот оно прям такое состояние, вот нервика, чуть-чуть ко мне докопались, просто хочется поесть и попить.